Ой, мамочки. Ноги отвалились. Ноги отвалились. Ух, прям позвоночником. Ой. Блин, это было очень эпично. Привет, друзья. Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. И сегодня продолжаем играть в Brick Rix. Я продолжаю обозревать всякие различные постройки из мастерской. И сегодня у нас самый настоящий, ребята, робот. Не знаю, робот-убийца, робот-трансформер. Он называется что-то там Черный Альфа или что-то в этом роде. Я уже не помню. В общем, что он умеет? Он умеет ходить, но он умеет делать это очень плохо, и он умеет шевелить своими ручонками. То есть можно так руки опускать, поднимать, там можно пальцы даже шевелить. То есть, ну, в принципе, сделано достаточно прикольно. А больше он ничего не умеет. Вот эти пушки, это бутафорские пушки у него на плечах. Ну, в общем, давайте я вам покажу, как он ходит. Вот как-то так. Ёба! Ой, мамочки! Ноги отвалились. Ноги отвалились! Ух, прям позвоночником... Блин, это было очень эпично. Ой-ой-ой-ой. Робот расхерачил полгорода. Полгорода он просто раздолбал. Ой-ё, нога отвалилась, ты чё? Давай, дружище. Сейчас мы, по-моему, оставшуюся половину города расхерачим. А нет, все нормально. Блин, мне кажется, он слишком громко. Что это за брейкданс? Фристайло. Рака Макафо. Смотрите, катапультировались просто четко. А сейчас мы можем упасть прям в дырку. Не, нихера. Так, давайте-ка мы вы... Блин, что происходит? Что происходит? Стой, 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 стой. Давай-ка мы обратно в него сядем. Надо починиться, и я хочу как бы, ну, выйти и посмотреть на него снаружи. Давай, дружок. Сойдет. Так, все, вот мы вышли. Смотрите, какой он огромный. И что удивительно, у меня 60 FPS. Это как бы очень-очень необычно. Так, ну вот такие у него руки, они, я вам говорю, все шевелятся. Ну, я сейчас отсюда не смогу, конечно. А еще в ногах у него какие-то есть штуки. Ой-ой-ой, извините. Ебать, он огромный. И сейчас будет, кажется, взрыв. Ну, если что, это сделал не я, да? Как бы я тут ни при чем. А ладно, друзья, я думаю, надо бы нам переходить к следующей построечке, потому что про это что там летит. Фига он разлетелся. В общем, потому что, ну, по этому роботу, мне кажется, уже смотреть нечего. Мы все посмотрели. Блин, меня что-то напрягает. Почему теней нет? Я же вроде тени ставил. Ладно, давайте перейдем к следующей построечке. Я к вам буквально через секунду вернусь. Итак, друзья, снова с вами. Но когда я устанавливал вот эту вот винтовку, выглядит она реально очень круто. Я думал, что она работает, что она может что-то делает хотя бы. Но, к сожалению, она ничего не делает. Она просто вот так вот стоит. И, в общем-то, все. Она просто стоит и ничего не делает. Блин, как в эту дырку посмотреть? Ставь лайк, если тоже любишь заглядывать в дырки. Блин, смотрите, здесь сделано прям вообще даже, типа, перекрестие есть. Ну, круто, круто. Ну, брат, здесь нихера нет. Ну, это не важно. Сделано, сделано достаточно круто. Вот я вам показываю, что она ничего больше не имеет. Я правую кнопку зажимаю, здесь нихера. Сажусь за руль и нихера. Она, короче, не работает, вот. Жалко, но выглядит круто. Давайте хотя бы ее разломаем. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы немножко ее расхерачим. Во, ненужные детальки отвалились. Сука, ты че, блять? А оружие это как бы плохо. Блин. Ладно, хрен с тобой. Ну что, друзья, давайте все-таки уже... Где стул? Где стул? Че с тобой? Давайте мы все-таки перейдем уже к следующей постройке, потому что здесь смотреть, в принципе, не на что. Я, кстати, тени включил. Теперь смотрите, как... Блин, это графончик, кстати, очень даже хороший. Учитывая, что у меня как бы минималочки, а на максималочке, конечно, здесь вообще просто пиздец. Просто офигенно. Ничем я остановился. Да, давайте мы перейдем... Кстати, да, я, ну, хотел показать вам, на самом деле, до этого не автомат, не винтовку, я хотел вам показать просто охеренное здание, наверное, вот размером с это, которое чувак сделал, но мой компьютер сказал, братишка, пошел-ка ты нахер, я для этого не создан. Вот он мне вот так сказал, и, в общем, пришлось ему показывать винтовочку из 5 деталей. Ладно, давайте уже перейдем к следующей постройке. Итак, друзья, ну вот это вот реально жесткая вещь, я не знаю, что это... Блин, смотрите, у него даже башка трясется, когда я камеры кручу. Ну, как башка, в смысле, передняя вот эта часть, она трясется, короче, во все стороны. В общем, что? Это такой большой, я не знаю, танк или что это, какой-то змеиный танк, короче. Помните, я вам похоже показывал, но это прям жестко выглядит, это прям...
что мощно, сосочно и сексуально. Да, тормозит она прикольно, конечно. Так, давайте починимся. Она умеет стрелять, но стреляет она только назад и очень громко, так что приготовьтесь спасать ваши уши. Делает она так. Видимо, там очень много пуль выстрелили. Так, а как замедлять? Блин, я забыл. А вот. Давайте замедлимся, посмотрим. Чего ты разлом... Блин, тихо. Так, посмотрим на эти пульки. Да, видите их, сколько летит, просто дохерища. Давайте ускорим, смотрите, блин, круто. Круто, красиво вообще. Ой, меня же немножко подлагивает. Давайте сделаем то же самое, только стрельнем все-таки куда-нибудь в дом. Чтобы расхерачить дом. А как можно не херачить дом? Ну, ребят, вы чё? Все нормально, скоро. Так, только нам надо смотреть в дом сзади. Так, у нас есть еще две камеры. Вот эта камера, которая как бы типа управляет пушкой, но на самом деле нихера. И камера из кабины. Мы тоже можем ее вот так вот управлять, но это тоже ни хрена себе, ни хренашеньки неудобно. Вот. Так, давайте, друзья, тихо. Замедляемся. Тихо. Стреляем. Теперь надо догнать эту херню. Как я это сделал, я не знаю, потому что она очень долго летит, камера. Как камеру ускорить, я не знаю. Ну ладно. Как говорится, чем богаты, тем рады. А мне кажется, она нихера не долетит. Блин. Ну, выглядело... Ну, выглядит это прикольно. Да, выглядит это прикольно. Так, давайте-ка мы все-таки вернемся в танчик. Немножко назад сдадим. Сдадим немножечко мы с вами назад. И все у нас будет хорошо. И красиво, прям как чей-нибудь зад. Так. Ух ты, ё-мо, вот это эффекты. Блин, реально, кстати, красивые эффекты. Дымок такой реалистичный. Так, вот летит эта хреновня. Немножко ускоримся. Они прям так четко летят. Прям четко просто, как пацанчик с района. Давайте на это посмотрим. Супер-пупер-мупер замедление. Ну ладно, чуть побыстрее. Чуть-чуть совсем побыстрее. Вот она, смотрите, сейчас будет соприкосновение с самим домом. Давайте вот такую даже камеру сделаем. И вот оно. А, оно взрываться не будет пока что? Этого было мало, я понял. Или может это не взрывабельное здание? Честно говоря, я не знаю. Можно ускорить вообще время жесткое. Я вас понял. В общем, здание уничтожилось. Так, давайте мы вернемся к нормальной скорости и рассмотрим эту великолепную хрень, так сказать, со всех сторон. Кстати, можно прям под ней подходить, проходить. Это очень прикольно. Я люблю такие вот масштабные штуки. Ну, вы меня поняли. Блин, было бы круто, если бы здесь добавили как бы оружие для персонажа. Для персонажей, потому что было бы, мне кажется, вообще прикольно. То есть это была бы не просто песочница, как бы создаешь что-то, но можно было бы еще и повоевать. Это было бы, мне кажется, прикольно. Можно как-то залезть, ёпта. Хрен наверх залезть, сука. Слишком, блядь, большая хрень. Так, а мы летать... Ну ладно, мы можем осмотреть вот это вот так вот. Как бы, наш персонаж идет на месте, но это нормально. Так, вот здесь вот у нас есть... Кстати, здесь все шевелится, но... Я так понял, что лучше это все не шевелить. Здесь что у нас? Здесь непонятно. Эта херня тоже может... Даже как я... О, нифига себе. Так. Я даже не знаю, что еще про это говорить. Ну вот пушечка только может быть. Почему она стреляет только назад? Это непонятно. А если мы так стрельнем? Подожди, давайте мы это проверим. Садимся. Сейчас будет, короче, полный пипец. Красиво, красиво. Так, ладно, друзья, ну я думаю, можно вам еще что-нибудь показать на последующих, да, давайте я это сделаю. Блин, графончик мне прям нравится. И я к вам, ну, вернусь прям через секунду, вы меня знаете. Итак, друзья, ну, а это очень даже годный мотоцикл. Мотоцикл с коляской, видимо, какой-то он, почему-то мне кажется, что он немецкий, не знаю почему. Ну, типа такой, из Второй мировой войны, что-то в этом роде. Ну, как бы, сделано реально прикольно. То есть он даже сидит, смотрите, как будто бы... На мотоцикле, ну, не, блин, не совсем, конечно, но более-менее похоже, мне кажется,
Так, давайте мы немножко сделаем посветлей. Вот так вот день. Так, получше. Как бы лучше, мне кажется, сделать было нельзя. И выглядит это очень достаточно прикольно. То есть здесь даже можно пассажира посадить и кататься с другом на мотоцикле, с коляской. Ну, очень даже, по-моему, угодно. Ух ты, сейчас бы дрифтить на мотоцикле с коля... Скай... Что за мазафака? Нормально. Все нормально, это так и рассчитывалось. А коляску, интересно, нельзя отсоединить? Как-нибудь отломать? Нет? Наверное, нельзя. Но их, скорее всего, он без коляски не будет стоять. Прямо, ровно, потому что, ну, блин, потому что, я думаю, это очевидно. Я хотел упасть, вообще-то, красиво сюда, но игра мне этого сделать не дала. Нет, дала. Все, мы, короче, в самой бездне. Давайте мы куда-нибудь на крышу сейчас фиганемся. Осмотрим наш мотоцикл быстренько. Так, вокруг посмотрим, что он вообще из себя представляет. Некоторые детальки друг друга входят, и это выглядит, конечно, не очень круто, но в целом, достаточно годный мотоцикл, годная постройка. Как бы выглядит это все очень даже круто. Мне нравится, я ставлю свой заслуженный лайк за эту постройку. Надеюсь, что вы тоже поставите лайк этому видосику. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Напишите какой-нибудь комментарий, естественно. Что это новое? Чё-чё-чё, лифт какой-то. Чё-чё-чё-чё-чё. Этого я, подождите, стой. Этого я что-то не видел раньше. Раньше такого точно не было. Давайте-ка мы посмотрим, что это за лифтик. Лифт, это круто. Лифты я люблю. В играх. Ну, я люблю все, когда либо высокое, либо с поездами связано. Ну и лифты тоже пиздаты. Старт мишен. Какой мишен? Подожди, не хотел я мишен. Собачье говно. Дай мне на лифте покататься. Блин, ребят, круто. Круто. А мы поднимаемся на самый-самый верх. Блин, прям даже работают все эти штучки. Мы поднимаемся на самый-самый верх. А, нифига, это надо типа задание, короче, связанное с лифтом. Ну, очень прикольно, да. Ладно, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте все большие пальцы вверх, пишите свои хорошие какие-то комментарии. И новая серия тогда по Брикриксу не заставит себя долго ждать. Ямакаси, мастера паркура. Все, всем пока.